в своих фантазиях просто доходят до абсурда. Вы тоже это знаете, уважаемые коллеги, предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов. В своих фантазиях просто доходят до абсурда, вы тоже это знаете, уважаемые коллеги, предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов. В своих фантазиях просто доходят до абсурда, вы тоже это знаете, уважаемые коллеги, предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов.